В Оренбургской области в 2019 году построят 19 детских садов и 3 школы. В регионе будут созданы места для детей в возрасте до 3 лет. Для реализации мероприятий 2019 года Оренбургская область получит федеральную субсидию в размере 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Регион уже обеспечился финансированием в сумме 987 миллионов. В Оренбурге начали строительство 3 детских садов. Располагаться сады будут в Южном и Промышленном районах города и на проспекте Гагарина. Возможность подключения к инженерным частям имеется. Южная часть города – это улица Беляевская, Амурская, Заречная и Лецкая. Аукцион назначен на 18 марта, то есть на понедельник, на право заключения договора аренды земельного участка. Выкуп предполагается в ноябре и декабре. На каждом объекте будет установлено видеонаблюдение для контроля хода строительства. Застройка Юрий Берг обещал следить каждый день в режиме онлайн. Объекты намерены сдавать в эксплуатацию уже в сентябре-октябре. Напомним, недавно в Оренбурге были открыты 2 новых детских сада. В одном из учреждений на улице Диагностики протекла крыша, хотя открытие состоялось месяц назад. Управление образования Оренбурга сказали, что причиной стал конденсат и что крыша протекала на небольшом участке, сообщает «Эхо Москвы» в Оренбурге. Анастасия Клёсова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.